Я вас всех приветствую на своем канале. Вот наконец-то пришла осень, созрел урожай винограда, и будем сегодня испытывать давилку для винограда. А так как она стоит уже около года, скучает без применения. Дальше на видео видно, здесь были прикручены ограничители для определенной посуды, чтобы саму давилку никуда не уводила. Дальше идут пробные проверочные пуски. Вроде бы все нормально, хорошо запускается. И будем начинать работать. Как видите, сам процесс давления происходит легко. Запасов мощности двигателя и редукции механизма самого хватает предостаточно. Здесь небольшая партия винограда с ягодой помягче, так здесь ничего и подталкивать не надо. Почему не сразу затягивает виноград под вальцы? Скорее всего потому, что канавки были выбраны среднего размера, чтобы и мелкую ягоду давило, и большую схватило. Не так трудно его подтолкнуть туда. Как видите, все легко и быстро разминается. Не надо никаких усилий, нагрузок.
Дальше пошел винный сорт винограда. У него кожица более тонкая, мягкая, нежная, с ним вообще нет никаких остановок, никаких проблем. Только бросаю все. Ну вот и все. Первая партия винограда за каких-то 15 минут легко и свободно передавлена. Теперь можно и разобрать саму довилку. Разбирается она очень легко. Для этого достаточно открутить 4 шурупа, 2 гайки и все. Снять вальцы и все можно помыть и сполоснуть. И вот результат нашей работы. Все помыто, все передавлено. Так что пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всего вам доброго, будьте здоровы!